Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию третьего Ведьмака, где мы продолжаем искать приключения на жопу Геральта, потому что в предыдущей серии мы еле-еле справились с боссом, то есть боссом дикой охоты, да, можно и так сказать, водная баба. Ух ты нафиг, не хочу я водную бабу, спасибо, Я один раз с ней сражался, мне хватило. Ну, в связи с тем, что у нас очень какие-то слабенькая бронька, даже поломанная, видите, у нас поломанная броня даже есть. Поэтому все, что нам нужно, это сейчас найти какую-то деревню. Это что? Опа, а давайте мы, может, сюда сбегаем. Спрятанное сокровище, нифига себе. Нам нужно... Как-то, не знаю как. Так, давайте, может, мы еще сначала вылечимся. Медитация, давайте, может, где-то вот так. Круто, круто, круто. Нам нужно найти какую-то деревушечку, пошла, чтобы отремонтировать. Куда я забежал? Куда я забежал? Куда я забежал? Куда я забежал? Офигеть просто. Ага, так вот оно что. Придержи. Оно просто-напросто под землей находится. Ага. То есть вот этот знак, который додает плюс одно к умению, да, что можно изучить, оно находится под землей. Вот оно где находится. Оно находится вот тут, и плюс тому вот тут еще два места, где мы можем найти какие-то спрятанные сокровища. Место или артефакт. Гнездо чудовищ. Да. А куда нам нужно? Ага, нифига себе, куда нам нужно. Ну, в принципе, давайте тогда вот сюда побежим. Я не знаю, что там будет, но... У нас маленький уровень для того, чтобы спускаться в это подземное царство каких-то там нафиг чудовищ, потому что вы сами видите то, что нас даже предупреждает. У них такой красненький череп над башкой, что, мол... Не время сражаться с ними, потому что у тебя там какой-то маленький уровень, а у них уже там дофига какой уровень. Поэтому лучше тебе даже не рыпаться, чувак. Поэтому мне кажется, нам нужно побежать в какой-то город, взять новые броньки, отремонтировать свои старые. Да и, в принципе, просто-напросто посмотреть, что и как мы там сможем купить. Я не знаю, если честно, где тут есть какая-то деревушка. Но, в принципе, деревушка, она должна быть нормальной, чтобы там хотя бы кузнец был. А если честно, даже я ни разу еще не ремонтировал свою броньку. Ни разу. Водная баба. Ни разу, если честно. Ух ты, не хрен! Это что было? Да идите вы в жопу, это какой-то бред нафиг. Как она меня убивает с двух ударов? Она меня с двух ударов убила. Геральт, ты можешь нафиг бежать, а не оглядываться назад? Спасибо. Ух, да твою мать, он какой-то чудик. А, вот деревушка какая-то, или что это? А то видите, что мы какие-то прям очень слабые. Я не знаю, как я вообще вырулил вот того босса, хоть он, в принципе... Так, в принципе, мы его вырулили с помощью щита, да? То, что он нас бил, может, но мы вырулили с помощью щита, накладывали на себя, и он, в принципе, нам не так уж и сильно бил. Вот, давайте пойдем сюда. Это кузнец. Я надеюсь, это кузнец, и нам можно как-то отремонтировать нашу броньку. Да, 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 круто. Покажи мне свои товары, я хочу, чтобы ты для меня сделал что-то. Сделаешь мне одну вещицу. Так, чертеж. Ух ты. Ага, то есть мы вот это можем сделать, но нам не хватает ингредиентов, да? Ага, вот железный слиток. А это что? Железная руда? Ну, в принципе, давайте. Вот, круто. Серебряная руда, нифига себе. Круто. Это что? Слиток Треторгорский способ. Давайте изучим, может потом когда-то пригодится.
Я, если честно, не представляю стальное оружие. Это что? А я могу не изготовить, а починить штаны. Ага, это мусор, ага, стальное оружие. Железный слиток. Так это наше оружие, которое я профукал, и я бы мог его починить, да? Вашу мать. Ух ты нафиг. Лавка, если тут железный слиток, позлячинить элементы доспеха. Нафига мне элементы доспеха? Вот, слиток стали. Давайте две штучки купим. Так. Вот, мне нужно вот это. Железный слиток. Так нам не слиток стали нужен, а железный слиток нам нужен. А как железный слиток делается? Чё же железный слиток? Нам нужно тогда железная руда. Ага. Круто. И у нас нету ингредиентов, чтобы что-то сделать. Ладно, сейчас. Я что-то продал, в принципе. Железная руда. Сколько нам нужно? Давайте 4 штучки купим. Нам вроде 4 нужно. Да? Сейчас. Ремесло. Железный слиток. 2 штучки. Так, это как бы изготовить, да? То есть... обрезки кожи. Это изготовить, а как отремонтировать? А, вот, починить, смотрите. Ага. Прочность, цена. Стоп! Охренеть. Ладно. Я хочу, чтобы ты для меня что-то сделал. Сделаешь, давай, давай, отключить. Ладно, ладно. Мне, я хочу попродавать вот все свое барахло. Этот предмет нельзя продавать. А что можно продавать? Печень чудовища. Вот это можно продать. Кость чудовища. Это можно продать. Гвозди. Это нельзя продать. Ага, тут много чего нельзя продать. Изумрудная пыль. Ух ты, она дорогая, нифига себе. Алмазная пыль, нифига себе. Давайте мы так сначала. Две штучки продадим. Сейчас. Не разобрать, мне не нужно разобрать, мне нужно починить. Вот, починить. Да. Дорого, конечно, но другого выхода у нас нету. Что мы можем продать? Это можно продать. Это можно продать. Это можно продать. 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 Ага. Это круто. Так, дальше. Что-то мы еще можем продать? 162 монеты. Нифига себе у нас. Это что? Починить. Ага, это починить. Разобрать. Ну, спасибо, мне пока что не нужно ничего разбирать. Да-да-да, я понял, я понял. Лавка. Мне нужно продать вот это, весь вот этот хлам, который у нас есть. Укрепленная кожа, хотя... Ремесло. Может, это и хлам, а может, это и не хлам. Я пока что не имею понятия. Ну, ладно, мы хотя бы починили вот это все. Покажи, будь здоров. Будь здоров. Мы хотя бы отремонтировали наконец-то свой меч, а то это прям жесть была. Мы ходили с поломанным мечом. Это не очень. Плюс к тому, давайте мы... Ага, тут еще можно, да, вот это, да. Да. Во. Улучшили. Так, дальше. Умение перс... Нет, не умение, а медитация. Давайте помедитируем. Вот так. Круто. Дальше. Говорю тебе, она как проклятие. Это... Покажи мне свои товары. Сыграем гвинт? Этот со всеми хочет гвинт играть. Да я же нажал. Покажи мне свои товары. Зубы мертвецов. Почек. Да-да-да, круто. Ух ты. 700. Продать или разобрать? Ага-ага-ага. Череп. Опа, вот это круто. Оселок. Позволяет чинить оружие. Давайте купим две штучки, чтобы потом нам было, да? В сидельных сумках можно хранить вещи, шоры. Это сколько? Ух, это очень дорого. Я бы, может, и купил, но это очень дорого. Гниющее мясо. А у нас есть гниющее мясо. Вроде где-то было. Как оно выглядит? Ага, вижу. Я помню, у нас было, но мы, наверное, его продали, что ли? Потому что гниющее мясо мы много добыли с того подземелья, где мы были. Но уже вроде нету. Зуб водной бабы.
Можно продать. Может, потом нам и пригодится, но... Нам сейчас деньги нужны, чтобы купить себе хавчик и... Прощай. Чтобы можно было лечиться. Так, круто. Дальше. Отремонтировали. Купили замечательно. Нам бы еще, если честно, купить... Тут больше ничего нет в этом, не знаю, поселке. Вроде нет. Нам бы, если честно, нужно... Нам нужно еду купить. Амулетики? Да не нужно, не нужно, спасибо. Я как-то, знаете, даже не посмотрел. Ой, если у него... Не хочешь сыграть в карту? Да не нужно мне эту... Я что, не то нажал? Игра, которая представляет битву двух армий. Игроки полководцы, а карты их войска. Ну я понял. Вы делаете первый ход. Для начала возьмите из колоды 10 карт. С ними вам предстоит играть всю партию. Специальные умения, офигеть. В самом начале игры можно скинуть до двух карт. Вместо них взять новые. И взять вместо них новые. Да что ж ты будешь делать? Но сейчас давайте пропустим этот этап и сразу перейдем к игре. Ух ты, я случайно вообще-то нажал. Время выложить на поле биты одну или спасовать. Ух ты, нахрена я это нажал. В каждой колоде есть лидер, он обладает специальным умением, которое активирует специальное умение. Ух ты, нафиг. Ваш ход. Зачем я вообще вот это выбрал? Я не представляю, что тут делать, если честно. И дальше. Использовать карту лидера. Допустим, вот это. Дальше. Я не знаю, смотрите, ребят. Я пока что тут все нажимаю, что только можно. Применить. Ух, да идите вы в попу, спасибо, я как-то, знаете... Амулетики? Покажи мне свои товары лучше, с гвинтами идите нафиг. Зубы мертвецов? Нет, у него еды нету, к сожалению. У него, Опа. Пятая с алхимичей. У него, к сожалению, еды нету. А нужно бы, потому что еды у нас нету, а как-то лечиться потом в бою нужно будет. Ух ты. Мы можем сейчас куда-то тпхнуться быстренько, куда нам нужно? Это что? Алхимические ингредиенты. Мне нафиг эти алхимические ингредиенты не нужно. Вот, смотри, куда нам нужно. Давайте, в принципе, сюда тпхнемся. Там намного быстрее можно будет прибежать к месту, куда нам нужно, чем сейчас оббегать вот эти все леса и вот это все остальное. Ну вот в этом, в этой деревне, я не знаю, она какая-то заброшенная, что ли? Потому что я никого не вижу. Вы кого-то видите в этой деревне? Я кого-то нет. Плотва! Шевелись! Грифон все же там висит, смотрите, до сих пор грифон висит, башка его. Да-да. Я бы с ними посражался, но не сейчас. Я хочу как можно быстрее прибежать к заданию. Там осталось еще сколько? 50 метров. Опа, так мы прискакали. Тебе чего? Хочу с ворожаем поболтать. Так ты опоздал. Сейчас мы с ним болтать будем. Чего вы? Я не знаю, честно. Пускай получит, что заслужил. Что он сделал-то? Он поворожил и сказал, мол, у Эдрика кишки плохо уложены и велел есть рябину. Ну и? А Эдрик от этой рябины в ножнике, считай, поселился. И весь в коросте. Я вылечу Эдрика, а вы пойдете отсюда. Так уж вышло, что колдун мне нужен живым. Если я расскажу, как вылечить Эдрика, оставите ворожея в покое. Ну, в общем... Да или нет? Ну ладно, говори. От желудка дайте ему отвар коровика. А места, где есть сыпь, обложите дикой мальвой. Через пару дней выздоровеет. Попробуем. Но если не подействует, вернемся сюда. Идем, уважаемые.
Ох, нифига себе, как вы просто с ними разобрались. Я думал, нет, тут только единственный вариант, это написать, идите отсюда, то я вас нафиг порешаю, да? Оказалось, что как-то просто, нужно просто-напросто всегда найти какой-то нужный вариант действий. Эй, есть там кто? Может. Открывай, не бойся. Кого духи несут? Чего он хочет? Мне нужна помощь. Человек, а волк. Седой, а не старый. Его-то ворожи и ждет, пождет. Мне нужна помощь. Узнаешь вещицу? Сделана из елового дерева, пахнет можжевельником. Она должна была кого-то оберегать? Свежая. Что там на столе творится? Кровью окроплена, кадилом можжевеловым окурена. У него голос противный. На охрану. На охрану от чего? От чего он ее должен защищать? Злые силы оно окружили, во владение взять хотели. Старая магия, что родится из небытия, течет из черных истоков. Старая магия? А точнее? Об этом болтать не можно. Этого касаться не дозволено. Ворожей мог дать только чуточку. Я только сейчас заметил. Смотрите, что у него на вот тут творится. Куриные лапки, я ищу Анну и ее дочь. Анна и ее дочь пропали. Куриные лапки. Нет. Ворожей не знает. Но духи могут знать. Ворожей ворожить будет, духов спросит. Пусть будут духи, лишь бы понять, где их искать. Искать. Лучше княжны никто не ищет. Что еще за княжна? Княжна, коза, убежала. Перепугалась, наверное. Может, вернемся к делу? Без козы не выйдет. Только не говори, что нам еще козу нужно искать. Ух ты. Ты поможешь мне, если я ее приведу? Княжна, куда же ты подевалась? Ладно, схожу за ней. Колокольчик любит. Позвонишь ей, она и придет. На минуточку. Только береги земляники. И дикой малины. Да я их близко не подпускаю. Это коварное чудище. Ух ты, нафиг. У вас новый предмет для задания. Для использования. Ага, ну я понял. Что там? Колокольчик, вот он. А как его использовать на Q, да? Нигде нету. Нигде нету. А как его использовать? Без козы и белый волк ага. Не поможет. Ух ты! Ведьмачье чутье. А я не могу звонить. Ага. Волки позорные. Так, мясо. Дайте нам мясо, пожалуйста. Это опять волки позорные. Ща, ребята, я их порешаю. Вот так. Да не нужна нам нафиг ваше собачье сало. Вот, сырое мясо нам давайте. Ага, вот, вижу. Это оно? Вот ты где. Коза ворожей. Ух ты тут. Коза. А, княжна, иди сюда. Ага. Вот упрямая скотина. Ты за мной будешь бежать? Ладно, попробую с колокольчиком.
Теперь пошли к ворожею. Давай, пошли, пошли, а то ты там чё... Ну иди же. Какая упрямая, а? Надо всё время звонить, чтобы ты шла. Я понял, понял, не нужно мне подсказывать, я уже понял, что нужно звонить каждый раз. Куда ты? Куда лезешь? Ох, паскуда наглая, или что она вообще делает? Я как-то не... Ты можешь за мной идти, ей-яй? Ах! Беги, глупое животное! Так вот, зачем ты сюда пришла, а? Она специально сюда пришла, да? То есть по заданию, можно сказать. Ах, так нифига себе у тебя радиус там поражения. Так, ща, подождем. Ща, ребята, мы его уже тоже порешали. Почти. Фу, нифига себе, ну нужно тебе было сюда идти, а, паскуда? Сырое мясо, медвежья шкура. Так, это что там у нас? Опа. Ага. Коза, ты там немного покарауль, я понимаю, я ща приду. Я надеюсь, тут что-то будет. Может, да? Хотя, о, что-то да тут есть. Какие-то сундучки. Ух ты, нифига себе. Тут нормально есть спрятанные сокровища, а? Спрятанные сокровища. Чертежи. Чертежи всякие. Так, ну ладно, будем уходить отсюда. А как нафиг, ага. Да ты что же издеваешься? Он какой-то, знаете, пьяненький иногда бывает. Не хочет ни залазить, ничего не хочет. Так. Ну норм, норм. Козу спасли, медведя убили, чертежи какие-то взяли, и можно возвращаться домой. Я надеюсь. Мне правда надо все время звонить, чтобы ты шла? Нужно было тебе туда идти, да, к медведю. Нам еще... Ага, это наша конячка. Мне как-то показалось, что это опять ведмедь какой-то. Вот мы уже почти пришли. Иди сюда, упрямая ты, зараза, а? Ты, конечно, не плотва, но со временем мы могли бы и подружиться. Ну да, В конце концов, у тебя есть достоинства, которые присущи каждой плотве. Не говоришь лишнего. Ты, ну да, с плотвой, конечно, ты не сравнишься, но все же. Нежна, не убегай от ворожея, там же волки. Спасатели прям нафиг спасатели. Козенька! Козя милая! Козенька! Ну, ты мне поможешь? Нет? Теперь ты мне поможешь? Мне тоже очень приятно, но я немного тороплюсь. Анна и Тамара могут быть в опасности. Белый волк помог? Ворожей тоже поможет. Ну давай. Надо крови живого существа. Хорошо, сейчас вернусь. Так, в смысле крови живого существа? Ну так с пальца возьми и добудь, и что, я когда не понимаю. Подойдет? Ух, шаманские штучки нафиг. Только не убивайте крысу, пожалуйста.
Ну зачем? Их здесь нету, скинулись. Кровь, вижу кровь. Чью? Нету Анны, нету Тамара, есть тебя. И это все? Не живет, а и не умерла. О каком ребенке ты говорил? Кто-то что-то понял? Дитя? Я как-то... Анны. Анна была беременна? Была. И скинула. И барон ничего не сказал. Может, боялся. Может, стыдился. Может, не помнил. А может, помнить не хотел. А при чем здесь барон? Барон как-то был связан с выкидышем у своей жены? Человек он порывистый. Горилки не сторонится. А после горилки нрав у него еще... Ага, Анна, это жена барона, которую мы пообещали найти или что-то такое. Анна, ага. Была у тебя, ты должен был что-то заметить. Ворожей старый, слепой, но княжна пришла и руку ей полизала. И что же? Мудрый она зверь, только к тем приходит, какие страдают. Что стало с ребенком? Что стало с ребенком? Без обряда его закопали. Вот он и проснулся. Блуждает, мести ищет. И Гоша. Игорек. Мудрый волк поймает и Гошу, и Гоша поможет, приведет к родным. И Гоша высасывают кровь у беременных и пожирают их плоды. Они не помогают. Потому как прокляты. А ведьмаки проклятие отводят. Ежели белому волку не повезет, пусть кровь принесет. Кровь всегда родную кровь найдет. Я слышал, одному ведьмаку удалось расколдовать Игошу, но сам я этого никогда не делал. Знаю, что нужно его закопать под порогом. И имя дать. Аймройн. Провести. Обряд именноречения? Это эльфский обычай. Человеческий, эльфский, краснолюдский, самый древний. Духом до расы дела нет. Духа у милости лишь. Дух тебе поможет. Спросишь, ответит. Дорогу покажет. Мне надо узнать, где Игоша. Чтобы там сначала мне надо найти Игошу. В полночь ищи, у могилки пустой. Если ты прав, где находится могила, должен знать барон. Фу, так. Белый волк. Покажи мне свои товары. Мне кое-что нужно для... Есть у тебя хавчик. Ух, ни хрена себе у тебя всяких. Офигеть, у этого чувака прям, знаете, какой-то супермаркет нафиг. Использовать для создания различных предметов. Есть у тебя хавчик? Дружок, пожалуйста, вороний глаз. Нам не нужен ни вороний глаз, ни сера. Вот, нормально. Ух ты, ни хрена себе. Так. Я не знаю, это как-то слишком... Да ну вас жопу, 40, да ну нафиг. Магический предмет у него нету, ни хавчика, ничего у него нету, кроме этой печени волка, которая прям офигеть. Проще самого волка сразу купить, чем печень его. Вызвать горение, вызвать, чтобы улучшить мощь, сила, сила так ему, ух, оно такое дорогое, что это с ума можно сойти нафиг. Ух, ну ладно, давайте купим. 3 штучки, так уж и быть. Будь здоров, чувак. Будь здоров. Ребят, на этом мы будем заканчивать. Куда нам в следующий раз нужно будет бежать? Куда-то, фиг его знает. Куда, если честно? Ага, вот сюда. Поговорить с бароном. Нам, короче, нужно к барону возвращаться. Но это мы уже сделаем в следующей серии. Это что тут? Здесь стала шайка опасных разбойников. Вы, может, еще и разбойников по дороге убьем. Если, конечно, они нас не убьют. На этом, ребята, мы будем заканчивать. Ставьте лайки, набираем 100 лайков. Сразу же выходит новая серия Ведьмака. То есть, вышла эта серия, набираем 100 лайков. Сразу же выходит новая. Когда она выйдет, ребята, зависит от вас. Оставляйте свои комментарии. Мне нравится, когда много комментариев. Я также постараюсь прочитать каждый из них. И также постараюсь ответить на каждый из них. Поэтому, хотите получить мой ответ? Напишите что-то в комментариях. Вступайте в нашу банду крутых персов. Все, что от вас требуется, просто на меня подписаться. Буду этому очень рад. И также всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.